ремонт, строительство, восстановление кардиологического отделения 10-й больницы. Первым отделением было у нас приемное отделение, новое, современное. Кардиологическое отделение ждали по оказанию ургентной помощи, и мы его выполнили. Однако жизнь внесла свои изменения, и это отделение, если понадобится, может сегодня работать как терапевтическое отделение 10-й больницы, оказывать помощь, если понадобится, пострадавшим, раненым при проведении боевых действий. Министерство охраны здоровья номер 347 від 24 лютого 2022 року наш заклад обрано як заклад з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги постраждалим від агресії Російської Федерації на території України.